Президентский полк – одна из самых элитных частей в составе российской армии. Солдаты полка служат в самом сердце нашей Родины – в Кремле. Ежегодно Ульяновская область провожает в элитное соединение молодых новобранцев. В этом году в Москву отправились 15 призывников. Во Дворце книги в торжественной обстановке кремлевцев проводили в столицу. Все призывники едут нести службу с огромным чувством гордости. Это большая честь попасть в такую часть. Это не просто служба нашей Родине. Прежде всего, служба в самом центре и непосредственно в столице нашей. Призывники, отправляющиеся служить в президентский полк, должны отвечать многим критериям. Высокий рост, хорошая физическая подготовка, безукоризненная биография. Ведь на их плечи возлагается важнейшая миссия – охранять первых лиц государства и нести вахту на посту номер один у Вечного Огня. Очень много где удалось побывать, именно в Кремле. Очень много удалось узнать. Заставляли учить все объекты Кремля, в первую очередь. Все названия башен, количество башен, количество прясел и так далее. Поэтому Кремль стал за год уже как родным домом, на самом деле. С напутственным словом к призывникам обратился заместитель губернатора Сергей Люльков. Он вручил будущим охранникам Кремля наручные часы, которые помогут им следить за временем, проведенным на службе. Дорогие ребята! Указом нашего президента, и что самое главное, по зову сердца, вы вступаете в строй защитников нашего Отечества. Занимаете свое почетное и ко многому обязывающее место среди тех, кто на протяжении тысячелетий истории нашего государства отстаивал его честь, свободу и независимость. Вручили традиционный подарок и матери призывников – кисет с родной ульяновской землей. Этот символ поможет солдатам скрасить разлуку с родными и близкими и напомнит им, что дома их любят и ждут. Егор Титов, Данил Сурков, новости дня, Ульяновская правда.